С ОРТ дома скучно не будет. Наш телеканал запускает новый проект для тех, кто хочет провести свободное время с пользой. Все подробности у моей коллеги Луизы Егиазарян. Программа «Активное долголетие» успела стать неотъемлемой частью жизни людей старшего поколения. Спортивные, творческие, развлекательные мероприятия объединяют все больше и больше активных и энергичных бабушек и дедушек. Губернаторская программа стартовала в Подмосковье в октябре прошлого года. За это время участниками проекта стали более 40 тысяч пенсионеров. Теперь заниматься любимым делом можно, не выходя из дома. Телеканал ЛРТ запускает новый проект. Вас ждут творческие мастер-классы, познавательные лекции, спортивные уроки и интересные собеседники. Руки ставим в замок и начинаем вращение кистей в одну сторону и, соответственно, в другую. Премьера телепроекта «Активное долголетие» для тех, кто дома, состоится в понедельник, 6 апреля. Программа будет выходить в эфир телеканала ЛРТ по будням в 14:00 и 18:30, а также на выходных в 9:45 и 19:15. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.